Просто такое движение у нас в основном. Все позоры. Беспредел. Не, о чем мы не можем помолиться, а потом после манамаза мы предъявим документы все. Ни один мусульманин Библию не тронет, как не сожжет и помет. А вы, ваши люди, христиане, руками трогать не надо оружие. Он молится, не трогает. Еще раз троньте оружие, вы применяете. Еще раз повторяю, расступились, я сказал. Сотрудник полиции выполняет все полномочия. Ну не мешайте молиться, вы что, человек молились? Кому надо, те молились. Кому надо, те молились. Вы что, внимание на этом заостряете? Вы ноги моете в раковине, которая предназначена для умывания лица. Хотите, молитесь. Если есть мама, вы не послушать надо, пожалуйста.